выше второго уборщик не поднимается. А вы имеете в виду уборка, да? Уборка. Дезинфекция не проводилась, а до второго этажа только проводилась. И все, выше не проводилась вообще ни разу. Заместитель руководителя жилищной инспекции Московской области Александр Белоусов начинает проверку чистоты подъездов со входных групп. Замечания у специалиста возникают сразу же. Это грязь. Набрал. Коснулся руками. Если вирус прицепился к домофону или входной двери, он моментально окажется на руках человека. Затем продолжит распространяться по перилам лестниц и окажется дома, где его рискуют подхватить все члены семьи. Возможно, те или иные сотрудники, которые занимаются дезинфекцией, не совсем, скажем так, понимают то, что они делают. Многие говорят, что да, вот мы вот здесь, вот мы протерли. Уважаемые друзья, необходимо вытереть, вымыть подъезд, а в последующем времени его дезинфицировать. На то, чтобы как следует вымыть почтовые ящики, выключатели и другие поверхности, с которыми соприкасаются жильцы, времени много не надо, всего пара-тройка минут. Но коммунальщики, видимо, оценят каждую секунду и все время куда-то торопятся. На вопрос, почему не убирают, а если убирают, то делают это плохо, представитель управляющий отвечает, мол, еще успеется. Сейчас только стартовал месячник по благоустройству и регламентные работы по уборке всех мест общего пользования будут проведены в течение месяца. Кажется, надеяться остается лишь на благоразумие самих жильцов и на то, что каждый из них сейчас, в период пандемии, особенно ответственно относится к своему здоровью, применяя антисептики и противомикробные средства гигиены. Однако в целом по городскому округу ситуация с уборкой и дезинфекцией подъездов неплохая. По словам Александра Белоусова, замечания есть, но они незначительны и устранимы. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.